Ах, давно я не смотрел телек, что там у нас? Беспилотник транспортирует заданный район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции, и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Пояснение прямо подчеркивает, что Что это? зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самые современные вооружения. Ох, что я сейчас услышал? А что, если эти комары реально существуют? Так, стоп, а как они будут отличать русских от украинцев? Интересно. Хорошо, что я хожу в тренажерный зал. О. Алекс, что это за комар? Ага. Ну вот, пожалуйста, американский флаг. Что же, получается, новости не врут? Неужели я сейчас реально дрался с настоящим боевым комаром? Живучая тварь. Лекс, давай мой паспорт. Лекс, быстрее, ты чего там возишься? Just look my passport. I'm not русский. Как эти комары проводили бы различия между русскими и украинцами? Вот есть, говорят, биолаборатории. Верите ли вы в боевых гусей, комаров, которые кусают только русских? Нет, конечно. А как же так, на полном серьезе говорят наши? Нет, я не верю. Что это такое? Говорят, что есть какие-то биолаборатории, где готовят боевых гусей и комаров, которые кусают только русских. Верите вы? Нет. Конечно. Как так? Зачем вы это верите? Официально же говорят, Небензя даже выступал. Он говорит, в Украине там комаров готовят каких-то, которые кусают и заражают якобы русских. Ну, не знаю, все это странно. Не боитесь, да, что комару кусят, и вы станете этим трансформерами, трансгендерами? Не, не боюсь. Биолаборатории, где готовят боевых гусей и комаров, которые кусают только русских. Верите? Нет, конечно. Как так? Вы совсем с ума сошли? Американцы готовят комаров, которые кусают только русских. В Украине, говорят, такие есть. Вы верите в это? Нет. Ну, как будто не животных верим. У животных нету разума. Они не могут контролироваться. Если только им железные, вот, да, например, да, специально. Вот эти вот. А, то есть это возможно. А я боюсь просто, вдруг такой комар меня укусит, представляете, я стану каким-нибудь трансгендером. Ну, или американцем. Если не малярийный, то... А, ну малярийный это я знал, ну, да. Все. Хорошо. Просто удивительно. Скажите, а вы от комаров как защищаетесь? Они меня боятся. Боятся. Вот есть биолаборатории, говорят, где-то готовят комаров, которые кусают только русских. Вы верите в это? Ну, говорят, знаешь, еще раньше, чем ты родился, мне говорили, в Москве кур дают. А, ну вы вот. Не верите, откуда да? Птичье молоко. Вы не верите, да, в таких комаров? Ну, не знаю, меня пока еще не кусали. А, ну слава богу. А то, знаете, говорил Небензя в ООН, я теперь боюсь, вдруг меня такой комар укусит, я стану
Но если это американский комар, я, наверное, стану американским трансгендером. Не, вы знаете, главное дело, чтобы ты не стал просто трансгендером. А вот. Там не важно, какой на самом деле. Да, да, не знаю, какой ты вероисповедание там это, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, слава богу, спасибо, да. Успокоит. А если что, вот, если что, ты же не один ходишь. Если да. Что, раз девушку, раз, пускай ее кусит. Ну да, да, да. А ей не грозит, кстати, она же девушка. Ну вот, поэтому я тебе говорю, пускай ее кусают, а тебя не кусают. Ей это не грозит. Спасибо. Да ну вас. Верите ли вы в лаборатории, которые делают комаров, которые кусают только русских? Нет, нет. Нас никто не кусает. А, вот говорят, такие есть биолаборатории где-то в Украине. Нет, нет. У нас наши комары нас не кусают. Они только хохлов кусают. Ребят, вы что, ошалели? Которые кусают только русские. Скажите, верите в эту версию? Нет, конечно. У вас вот Небензи на полном серьезе вон такое говорит. Не верю в такое. Ну, слава богу. А то вдруг, представляете, американский комар укусит нас, и мы станем этими трансформерами, трансгендерами. Нет, не верю. Не верите? Ну, слава богу, успокоили. А скажите, верите ли вы, что есть биолаборатории, где готовят комаров и гусей, которые кусают только русских? Нет. Нет? А при чем тут русские? Ну вот Небензи вон так говорил представитель России, что в Украине какие-то лаборатории. Я вот испугался, вдруг такой комар меня укусит. Представляете, я стану... Если это американский комар, я стану каким-то трансгендером. А вообще-то кто ее знает? Может быть, да, такое? Не, ну а... Ну как это, избирательно только русских кусают? Ну да, тоже верно, как это так? Как они выбирают, да, различные? Да, нет, не верю. Иначе бы не лезли к нам. В этом все дело. Есть такая информация, что есть какие-то биолаборатории, где готовят комаров, которые кусают только русских. Ой, я не знаю. Я не боюсь просто здесь таких комаров. Пидорасов. Я тоже. Спасибо. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в какие-то биолаборатории, которые готовят комаров, которые кусают только русских? Только русских? Нет, они всех кусают. Всех кусают? Да. Хорошо, вы меня успокоили, а то я боюсь. Что... Да. Представляете, американский комар, если укусит, можно стать этим трансформером, трансгендером. Не надо. Не надо, да. Все, спасибо. Привет. Котик, привет. Веришь ли ты в комаров, которые кусают только русских? Да, да. Это бред. Скажите, верите ли вы, что есть какие-то биолаборатории, где готовят комаров, которые кусают только русских? Нет. Нет. Вот видите, говорят на полном серьезе так. Я вот боюсь, представляете, такой комар укусит. И все. И ты станешь русским? Нет, только русским. Нет, станешь. Если это американский комар, по идее, стану американским каким-нибудь трансгендером, наверное. Не, не верю. Нет, точно нет. Ну, хорошо, меня успокоили, спасибо. Я очень боюсь таких комаров. Спасибо большое. Ничего не бойтесь в жизни, все сможете. Спасибо, спасибо. Вот они. Смотрите, сколько толпы. Наверное, в биолаборатории что-то затевают. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в биолаборатории, которые создают комаров, которые кусают только русских? Чего? Чего? Вот, говорят, есть какие-то биолаборатории, где готовят комаров, которые кусают только русских. Я не знаю про это. В это не верю. Комары кусают всех подряд. Смотрите, у нас Небензи сказал прям, что готовят каких-то комаров, которые кусают только русских. Скажите, комары кусают всех подряд. Я вам ответил? Скажите проще, к чему все это? Вот я тоже не знаю, я боюсь просто, что меня укусит такой комар, и я стану этим. Нет, трансгендером. Трансгендером? Ну, это же американский комар, а кем еще может стать? Отстань со своими идиотскими вопросами. Что это такое? Скажите, вот в России многие утверждают на официальном уровне, что есть биолаборатории, которые готовят гусей и комаров, которые кусают только русских. Верите ли этому? Нет. Как так? Такой не верим в сказки. Представляете, вот такие комары будут, вот укусят они меня, я стану трансгендером. Нет. Нет, такого не может быть. Ну ладно, все хорошо, вы меня успокоили. Спасибо. В России говорят, что есть биолаборатории, где готовят боевых гусей и комаров американцы, которые кусают только русских. Верите ли вы в это? Ерунда. Такого быть не может, чтобы только русских они кусали. Вот у нас так заявляют в России.
А в России звучат такие утверждения, что есть биолаборатория, где готовят боевых гусей и комаров, которые кусают только русских. Верите ли вы в это? Нет. Почему? Там же целые эксперты собираются, там вот они говорят, вот американцы вывели комаров, которые только вот русских кусают. Нет, честно, не верю. Какой-то бред. Нужно думать своей головой и как бы все самому анализировать. Это какой-то бред. То я думал, знаете, у меня сейчас комар укусит какой-нибудь из Европы, я гомосеком сразу стану. Не станете. Трансгендером. Все только в нашей голове. Все, да? Мы сами влияем в свою жизнь. Ошалили? Вы с Украины, что ли? Верите ли вы, что есть какие-то биолаборатории, где готовят комаров, которые кусают только русские? Да, нет, конечно. Нет? А как что, врут получается, что ли? А кто такое утверждает? Да это не Бензи, ВОН говорил, представитель России. Кто еще раз говорил так? Представитель России, ВОН. На полном серьезе причем. Ага, которые кусают только русских? Ну, вряд вообще... ли у них есть какой-то... Я это аргументирую тем, что вряд ли у них есть какой-то мозг у комаров, чтобы отличить там русского от нерусского. А, вот говорят американцы, типа их так готовят, что у них есть какие-то возможности кусать ими, отличать русских от нерусских. Я просто очень боюсь комаров, вот я думаю, представляете, такой кусит, я стану этим трансгендером. Или транссексуалом. Такой эффект вызывает, такой укус. Ну, представляете, если американский комар кусит, у нас же говорят, что там одни геи. Еще и так, даже так они их готовят. Ну, слушайте, не, я в это не верю, если честно. Да ну вас, все вы понимаете.